прикольно, так прям капли видно, блики. Ну, кстати, да. Ну что, пойдем? Пойдем. Пойдем, дружа. Кстати, возможно, это будет последняя по миссии. Думаешь? Ну, по идее, да. Мы должны подать сигнал, что мы живы. Задание. У нас столько побочных заданий взято. Так, 80% сюжета. Нет, это еще нет. Ну окей, тогда хорошо даже. На в будку тебе. Ты, короче, я выстрелил, а ты добил. Да-да-да, но я говорю, у меня 1.5 косаря урон, блин, с нее. Ну и у меня тоже 1.5. Ну вот, а у него 1.5 хп всего-то. Ну, энное количество. У меня патроны кончаются, честно говоря. У меня тоже кончились патроны. Ну как, у меня 20 штук патронов. А, у меня 13. И 2 заряжены. Оу. Оу, какие-то они разноцветные. Ну так рабочие, на складе. Оу, я ж отошел. Я отомщу за тебя. Разруби эту пакость пополам. Вот эту пакость разруби пополам. Все, готов. Так, нам нужно поискать здесь везде и всюду ключ-карту. Я, честно говоря, не знаю, где она. Ну, в контейнерах. Ну, да, скорее всего. Я марлю нашел. Каких только контейнеров? Мусорных? Или в туалетах? В том-то и шутка юмора, что здесь нет ни одного контейнера. Ну, может, они где-то внутри. Ой, я хочу на это покататься. Что-то можно? Нет. А, вот, стюардесс. Нет. Обознатушки. А ты можешь туда войти? Сейчас попробуем. А, вот. Нашел? А-а-а! Что такое? Так, смотрю, зомби стоит спиной. Думаю, сейчас отрублю ему башку. Делаю взмах и понимаю, что это жирный, который взрывается. Great. Nothing. Отлично, ничего. Отлично, ничего из меня не вышло, как из взрывателя, да? Я взорвался над зомби. Мне нравятся вот эти два больших крана. Блин, я чую, тут так круто просто этим охотникам играть, ну, которые зомби. А. О, черт. Worst bridge ever. Он процитировал худший мост на свете. The worst bridge ever. Shit, these fuckers again. Воу! Я думал, он тут один, а их тут два, блин. Так, давай ты одного, я второго. Ну я как бы... Тут еще плевака. Так, минус плевака. Я как бы одного добил, в принципе. Могу еще этого добить, если хочешь. Я ему втащил. Все? Да, все. Эй, они лежат. Я по ним не попал. Оу. Так. О, у рабочего сиди были. Так, чё, открываем эти сторожки. Фига в нем фиолетовый этот лежал. Слышь, смотри, тебе надо? Что там? Ну, ты просил тебя топор скинуть? Ну, давай. У меня, правда, этот еще нормальный. У меня инвентарь заполнен. А что-то он это самое. 683 урона, фигня. Сейчас. Ну, какой есть, слушай. У меня просто инвентарь заполнен. Так, опять... вот сюда можно как-то пробраться. А вопрос только как. Так, проблема... через крышу, да. Проблема, да, что все... закрыто. Так, бечевка. Ага, все, ну. А, нет, это сладость. Двустольное ружье. Опять на полторашку. Нашел! Yes, fucking finally! Да! Наконец-то! Great! Now go to the substation. It's
close to the antenna mast, inside the fence. Use the card to get inside. Сейчас попробуем, сейчас здесь что-нибудь интересное. Ты там нашел что-нибудь интересное? Нет, там ничего нет. Fucking family. Fucking cared. Карточка. Fucking. Карт. Карт. Ну, карт. Карт, карт. Хрен его знает. Ну, короче, в комментарии нас в любом случае кто-нибудь поправит. Ну да, какой-нибудь умник, знающий английский, отлично по базовой школе. По школьной базе. А кстати говоря, вот на самом деле в школе я помню, как нас учили, и после того, как я узнал, что оказывается большую часть тому, что нас учили в школе, ни хрена неправильно. Особенно произношение. Особенно произношение, да. Так, я запыхался. А я заколебался подниматься, поэтому я сокращаю. Я не смог. Чувак, мы сюда не пройдем. Чувак, посмотри на это. Мы сюда не пройдем. Все, здесь цепь. Чувак, иди сюда. Все, здесь цепь, все, пошли обратно, мы сюда не пройдем. Все. Все, уходим, все, забей, че. Эй! Где ты? Хорош! Да плеваки. Ты лучше толстых убей. Фига их тут. Так, вот здесь вход даст. Да я как бы вижу, вот здесь вход вообще-то. Ну, не знаю, там проще. Так, войдите в электростанцию. Так, тут у нас здоровый. Ой, сейчас он дебил сам себя взорвет. Ай. Больно. Да как ты достаешь, ты думаю? Чё ты, кстати, твоя винтовка вообще говно по сравнению с, блин, с этим? Тут, считай, с одного раза его выношу, а тут, блин, столько патронов потратил. Значит, ну там, не знаю. Ну ты видишь, вот что... Спасибо! Я думал, ты не умрешь. Хотел опередить тебя. Опередил, мать твою. Опередитель хренов. Это он еще про меня говорит, что я ему подставок какие-то устраиваю. Сам меня постоянно взрывает, блин. Да я зомбаков хотел убить. Да. Ты видел, что я туда бежал и хотел их зарезать. Просто хотел стырить фраги. Ну. Идем сюда нам. Savvy, I'm in. Okay, good. Turn on the transformer. Такая музыка. Что прям? Shit. Что? Мать твою. Какие-то звуки сейчас такие непонятные издал. Ну, я типа дверь пытался отодвинуть. Да, вот так, именно так. Ты открыл? Я нашел. Нашел? Я почему-то так и думал, что я найду. Так, я застрял. Так, я, кажется, знаю, где он. Да, вот тут. Включил. Дальше что? Just get to the top, no sweat. Так, что, ползем? Тут как бы есть одна маленькая проблема. У нас есть кошка. У нас кошка не работает здесь. Shit, the cable snapped. О, нифига себе, меня аж откинуло. Это что было? Лифт упал. Да вы, вашу мать, прикалываетесь! Воу! Что, почему его бахнуло? Прикрыл, лечись! Are you fucking kidding me? Right! Давай без кошки залезем. Последний раз все-таки получается. Так далеко лезем. Последний раз. Без кошки. Эпик. Вспомним былые времена. Вспомним былые времена, да, когда мы без кошки лезли. Я думаю, здесь можно без кошки.
наверное. Так, сейчас только соображу, куда. Ты сообразил, куда? Нет. По-моему, вот туда. Нам, скорее всего, надо куда-то вовнутрь. А, причем кошка там не работает, я тебе по секрету скажу. Сейчас найдем. Так, я спустился в самый низ. Дубль номер два. А. Зачем ты спустился в самый низ? Не знаю. Че, нашел? Ну, у меня есть только одно логическое предположение, куда нам надо, то есть это вот сюда вот, ну то есть... Так, самое главное, чтобы нас сейчас молния не ударила. Ну ты понял, куда, да? Ага. А он не цепляется за туда? Ты забрался? Нет, значит не туда. Я боюсь, если я сейчас как бы, ну, разбегусь, и я могу перелететь. Нет, не туда. Так, а что если хорошо? Это, конечно, опасно, но выбора-то у нас нет! Допустим. Пробуй так же, как я. Я сначала посмотрю, что ты сделал. А, ну вот, все. Ну, я забрался, скажем так. Так, дальше. А я нет! А, нет. Фу. Нет. Что происходит? Дай угадаю, ты пару раз чуть не обкакался, да. Сейчас. Я уже думал, я сейчас упаду. Ну ты понимаешь, я бы за тобой не поднялся туда, да? Не спустился, точнее. Это слишком рискованно. Честно говоря, у меня пока нету идей, куда нам дальше. И кошка, кстати, не работает. То есть, да, даже если... Так, а я, наверное, допер. Чувак, погоди меня, я упал. Так, а я, кажись, допер. В смысле? Куда нам? О, а как ты туда? Вот, вот, вот. Ой, блин! Не туда, да? Не туда, да. То есть тут есть выступ? Ты погоди, хоть покажи мне его, что ли. Ну, как я тебе показал, куда я прыгнул. Так я не успел просто сказать, ты прыгнул. Так. Вот, вот, да-да. А, вот отсюда. Блин. Лоханулись оба, чё. Оба? Ну, вначале я лоханулся, потом ты. Ну, блин, я думал, я из-за потом тебя не зацеплюсь. Я прямо вслед за тобой прыгнул. Же. Так. Ну, надеюсь, что я залезу. Я залез, скажу тебе. Ау. Так. Так, 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 так. Где-нибудь еще, знаешь, наверху лестницы не хватает такого толстячка. Типа, чтобы раз, так ты залезаешь, и так он взрывается. Например, который здесь, например, находится. Убей его, Дес. В смысле? Я уже, знаешь, как высоко? У меня здесь два зомби, они мне не дают пройти. Ты издеваешься? Тут три зомби. Ты издеваешься? Так, одна упала, отлично. Второй упал. Ладно, я поднимаюсь. Блин, нахрена я вообще туда спускался? Пошел ты. Так, ладно. Куда дальше? Ты как дальше поднимался? А, там по лестнице можно подняться. А, все, понятно. А потом по желтым этим уступам. Mm-hmm. Ну, я уже, собственно, на самом верху почти. Так что... Ну ты подожди меня. Я сейчас чуть не обкакался. Кто так делает лестницы? Хотел сломать. Дебил-то. А, нет. Я упал в эту дырку, где лесенка была. Чувак, ну без обид. Это самое высокое место в игре, наверное. И я хочу туда забраться.
Там есть флаг. Вот жди меня. Я спускаюсь, мне все равно, видимо, не я там, мне ниже надо что-то сделать. Я уже все. Только не говори, что ты сейчас возродишься в самом начале. Нет, я возродился там, где нужно. Лол. Вот он, рубильник, иди сюда. Стой. О. Тихо. Anyone who can hear me, please listen. My name is Kyle Crane, and I'm sending this message from inside the Huron quarantine. Colonel Tanner and the Ministry of Defense have lied to you. There are still survivors inside the walls. They plan to firebomb Huron, but if those bombs drop, you will know Tanner and the Ministry are cold-blooded murderers. Holy shit, there's someone alive in the quarantine zone? Hey, do you copy? It's Squadron! I knew it! That was too close. So close. Да ладно, на самом деле, блин, такая неувязка. Crane, is that you? Do you copy? What the hell do you want? We want to offer you a chance to get out of that horrible place. Oh yeah? And why would you do that? I never found out who had your precious file. You don't even have to pay the rest of my fee. Water under the bridge, Kyle. We're best off just to move past that. All you need to do is to bring Dr. Zara's research with you, and we'll send a nice, safe helicopter to extract you. You realize I know what was in the file. I knew you were going to exploit the virus. Crane. Oh my god. You need the cure now for spin, don't you? That's the only way you could get out of this. Try to convince everyone you were working toward a cure the whole time. Don't be ridiculous. Bring us the research and everything will be fine. You want the research? Да пошли вы. Just fucking wait for my signal. Да ладно, серьезно? Он что, такой идиот? Savvy, you there? The amplifier's installed. Brilliant, Crane. Now just zip line down. That tunnel I mentioned is near where you land. Головокружение. 20 косарей опыта. Может, как-то сверху спрыгнем? Так, а куда нам надо? Факт, на самом деле. Я мост отсюда вижу. Да. Я мост отсюда вижу. Кстати, мы здесь будем исследовать карту? А здесь новая локация? Ну да. А здесь нечего исследовать особо. А, нет, вообще но... есть. Как-то есть вообще-то. Ну мы как бы основную территорию-то пробежали уже. Ну да, но вдруг там вот просто если по этому тросу спуститься, там мы как бы попадем в какую-то часть локации. Ну. А нет, не по этому, по идее. По какому, по этому что ли? Куда я смотрю? Блин, а ты смотришь прямо проблема. Сейчас на задание. Сейчас ты смотришь на свою точку. Во, вот сюда нам надо. Так, отлично. Ну получается, ну просто а тут пробежимся, ничего страшного. Сейчас спущусь. Давай. Ну вдруг там что-то интересное, да. Правильно? Ну зоны там точно нет, мы в этом уверены. Ну зоны, да, мы все их прошли. Ладно. Джеранимо! О, это будет долгий полет. Как только у него руки не устают. Это был долгий полет. И куда он нас привел? К еще одному тросу. В джунгли. Ну, я думаю, что здесь не просто так два троса, правильно? Ход какой-то. Тут даже видишь, действительно ход какой-то. А, зашибись. Ты зашел в него, что ли? Я не зря сюда пришел! Лол! Это, короче, зомби, слышишь? Ну, это... Ну, цветочки против зомби, Plants vs. Zombies. Это DLC, походу. Не, это Plants vs. Zombies, чувак. Так это DLC, оно было недавно добавлено. Эй, что такое? Что взрывается? А, кто-то кидается! Это Plants vs. Zombies, чувак, это круть! Это будет самый эпик серии! Так. У меня сломалось, но у меня не чинится. Видимо, потому что у меня алфавит не тот. Так, что здесь делать? Все?
О, новая. С ведрами. Лол. Ну так как бы в Plants vs. Zombies так же было. Да ладно, смотри, он замерз. Ну так ты только заметил, что ли? Это эти кидают вон цветочки. Так они и в нас кидают. Ну, только их и не замораживают, а нас просто повсюду. Я ведро сбил с его головы. Так, я не могу... А, нет, я могу полечиться. Так, ну чё, уходим? Не, давай до конца уж пройдем, чё. Я думаю, что там что-то будет. Тут бесконечно. Не-не-не. Смотри, зомби пока больше не идут. Все? О, их можно собирать. Ну да. Я думал, ты знаешь. А арбузы можно? Жалко. Все получается. Ну, кстати, круто. Блин, это реально эпик. Это реально эпик. Эпик, эпик, эпик. Да, надо будет как-то эту серию вот обозвать так, чтобы прям на нее вот... А так и обозвать, Plants vs. Zombies. У меня... Стой, у меня запись кончилась. Только вот не говори, что... На самом эпике, да? Да. Ну, в любом случае, я сюда пошел не зря. Я думаю, ты согласен со мной. Да. Что такое эпик, это, конечно. В каком-то смысле здесь, кстати, можно... Да, у меня память кончилась. Совсем? Ты же говорил, у тебя до хрена. Ну, на одном диске. Ага. Сейчас, подожди, я сейчас посмотрю на каком моменте. И, если что, можно еще раз будет зайти. 19 минут всего от этой серии снимаю. Ну, у меня 22. Капец, и память закончилась как раз вот на этом. Ух ты, я еще что-то нашел. Слышь, чувак. Блин. А? Я нашел какую-то очень далекую пещеру. Она прям... Шиздец, как далеко тянется. Не ходит память какую-то лагуну. Закончилась прямо вот на этом. Прямо на этом? Угу. Ладно, мы вошли и все, да? Ну, кстати, можно еще раз зайти. Может, еще раз зайдем? Сделаем вид, что ничего не будет. А я как это сделаю? А, кстати, не факт, что оно будет так же подгружать. В чем проблема? Ну, давай попробуем. Я могу, в принципе, один зайти и просто показать, что там было. Сказать, что вот память закончилась. Ну, в принципе, да, сейчас так и сделаю. Короче, у меня закончилась память, и... вот здесь такой вот есть цветочек. И вот что там происходит. Сейчас я быстренько там покажу и выйду оттуда. То есть здесь вот такая фигня, да? Здесь ходят зомби с ведрами. Это Plants vs. Zombies, если что. Да. Если кто вдруг не знает. У меня на PlayStation 4 есть эта игра. Представь себе, у меня на ПК она была еще, когда PlayStation 4 не было. Ну, у меня-то новая. Ну и что? О, интересно. Слышь, они арбузы бьют. Ну, как бы да. Интересно, они смогут их убить? Так в этом и суть, чтобы пробраться к дому. В общем, вот такая вот веселая приколюха. Так да. Что, вот так вот. Ладно, все, выхожу. Так что разрабы любят делать такие вот скрытые нычки. И иногда полезно ходить в самые-самые углы карты. Это еще раз доказывается нами. Что мы не зря ходим по таким местам. Вау, блин, я упал. А, и кстати, что там за пещеру ты нашел? Ну она прям рядом с тобой была. И что там было? Ну ничего, просто пустая пещера, но она очень длинная.
Причем под очень длинной, я полагаю, что она именно в прямом смысле очень длинная. Массовая зачистка на стадионе. Я думаю, ты добавишь же эту запись к следующей, да? То есть, ну, к предыдущей. Ну, само собой, да. Да, ну, то есть вот. А, тогда я думаю, что надо будет скоро закончить уже. На 30 минутах. Ой, так, не могу выбраться, не могу понять, где ты. Да я далеко, я тут уже побежал к... А, ты обратно побежал, да? Да, в туннель. Ну, сейчас я уже до выхода, по сути, дошел. Я просто сейчас нажму тогда, и ты Б нажмешь, и мы на этом закончим, скорее всего. Ага. Ну, там просмотрим, что там будет. Ну, да, да, да. Nothing can go wrong with this plan. Что-то мне не нравится, он так не договорил. Ну, он типа сказал, но план безупречный, но что же может пойти в таком плане не так? Так, как отсюда выбраться-то? Я понять не могу, как отсюда выбраться. Откуда? А, вот пещера, да? Сейчас. Да. Ты через пещеру выбирался? Ну да. А, ну вот. Ох, как я от него уклонился-то, а? Так, ну короче, я думаю, тебе коридор будет просто достаточно пробежать, то есть у тебя здесь ничего не будет. Так что вот так вот. У тебя он будет чистый. Угу. Я от тебя в 400 метрах. Ну, добегай до меня, потому что туннель очень большой. Да и... все, я уже выбежал. Я уже выбежал, я уже бегу. Эликсир скорости, давай бабаху. Эликсир выносливости. Понесла. Блин, я оказывается чудом выжил. Вот просто чудом, в прямом смысле. Ууу, нифига, он реально быстрый становится. Я гнездо нашел, чувак. О, нормально. Ну что, заходим? А туда нельзя же зайти. Можно. Да? Иди сюда, тут надо было просто других игроков ждать, я до тебя дошел. А. Блин, у меня только патронов нету. Знаешь, как ты меня... Ну, я думаю, там ачивка, скорее всего, если мы туда зайдем. Ну, давай. Так, хорошо, ракеты. Давай, открывай. О, черт. Fucking hell. Все что ты? Опа, 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 опа. И все. Ну открывай дверь-то, чё ты? Чё ты? Чё ты боишься нас, что ли? На тебе, снайди, на, снайди. Не, короче, туда нельзя попасть, к сожалению. А я обрадовался. Думал, блин, сейчас будет бойня. Вот там, сюда. Да я понял, что... О-о-о. Будет сейчас бой. Давай сюда, давай сюда. Проход, проходи, встретим. Да здесь нормуль. Они ж света как огня боятся. Я столько света запустил, что... По самому ослепнуть можно, да? Ого. Ого-го. Еще. Где фонари? Пустил. Я просто отдыхал, сори. Меня твое электричество очень сильно обезоруживает, друже. Ну, я не виноват. Что значит, ты не виноват, мать ты? Я говорю, у меня патронов нету. Хорош, слушай, используй реально другое, оно меня сбивает с этого. Фиг с тобой. Походу они тут бесконечно бывают. Да я уж понял.
А что, бежим? Просто бежим. Ух, жесть. Твою-то. Эликсир, пьем эликсир. Жди меня-то, слышь, эликсиристый. Втопил. Втопил, блин. Высокое напряжение меня как-то напрягает. Так, можно вот сюда, в трущобы, но... Но, нам нужен посмотрим. Старый город. И, собственно, у нас теперь выход переход. В три места. Да, один в три сразу. То есть в трущобы, сюда и... Ну, такой быстрый. Угу. Но нам нужен надо старый тобой, город. Надо с тобой, кстати, в трущобах там позачищать. Может, мы все-таки найдем? Да, я думаю, что там есть что-то интересное. Раз нам там говорят, что есть что-то интересное, значит... Мы с тобой что, в старый город идем, что ли? Да. Я думаю, в трущобу. Ну, у нас задание в старом городе. Так, мне надо патроны купить. Ну, я думаю, мы это уже сделаем в следующей серии, которую запишем уже. Я выключаю? Потом. Не, ну вдруг тут сейчас будет что-нибудь, а ты выключишь. Угу. Вот, ради этого устроил, он порадовался. Доктор Камден, это Кайл Крейн, can you hear me? I can hear you. Are you on your way? I'm ready to work, just bring me the samples. That's exactly what I intend to do, Doc. Just remember, I'm surrounded by an army of infected. Yeah, affirmative. Expect me soon. Good. Not like I'm going anywhere. Вот такая вот беда, обида. Да, я думаю, на этом уже можно. Ну, в общем, в следующей серии мы понесем. До скорых встреч! Что-то доку, так что всем удачи.